пригласили? Я тебя не приглашал. Кто говорит с тобой? Только не я. Ты осмеливаешься прийти сюда, к святилищу нашего лорда? Ты не из наших. Люди думают, что мы зло? Да что они понимают? Я похож на зло? Ты, похоже, не слышишь. Мы не любим красивых людей. Но, может, тебе удастся убедить меня своим уродливым внутренним миром? Ты, похоже... Продолжай. Восхитительно. Не говори ерунды. Это просто глупо. Достаточно. Точно, именно так. Ты не принадлежишь к любимому народу Малаката. Он любит орков. Это плохо для тебя. Ты можешь приблизиться к его святилищу на свой страх и риск. Боишься, что он может испортить твое миловидное личико? Правильно думаешь. Ты не принадлежишь... Тогда давай, приближайся. Но Малакату нужен подарок. Он любит жир тролля. И только жир тролля. Мы наблюдаем и ждем. Тебе сказали, что тебе нужно делать. Тебе сказали, что тебе нужно делать.